Привет, это Светов. 23 июня в 17:00 на проспекте Сахарова пройдет митинг за всех, кого забыли после освобождения Голунова. За всех, у кого нет друзей в администрации президента, про кого в едином порыве не напишут в передовицах газет. Приходите, мы это все, что у нас есть. Когда мы начали готовить этот митинг, движение «Мы Иван Голунов» было в самом разгаре. Ошарашенная наглостью, с которой силовики фабриковали дело против Голунова, вся страна сплотилась в его поддержку. Мы ходили на улицы, стояли в пикетах, рисковали свободой и здоровьем, чтобы вытащить Ивана из страшной беды. Тогда было сказано много правильных слов о том, что это дело касается всех нас, что если мы не отобьем Голунова, то завтра вся страна окажется в зоне риска. Беспомощность полицейского вранья и кулуарные переговоры подогревали общественный гнев, а сам факт ареста спецкора затмил собой Питерский экономический форум. Мы требовали, рисковали здоровьем и бились до последнего. И мы отбили Голунова у силовиков. Его отпустили не чудом, а благодаря слаженной работе всего гражданского общества. Но до торжества справедливости бесконечно далеко. Еще находятся на свободе бандиты, подбросившие Голунову наркотики. До сих пор по сфабрикованным делам сидят Роман Удод, Азат Мифтахов, Анастасия Шевченко, ребята из «Нового величия». Десятки тысяч невиновных жертв 228 статьи. Освобождение Голунова не должно быть единичной победой, а русские не заслуживают того, чтобы быть народом второго сорта в собственной стране. Американец! Американец, кто американцев привел? Американец свободен. Это митинг за Юлия Бояршинова, которого уже год истязают в СИЗО, добиваясь, чтобы он себя оклеветал. Это митинг за Анастасию Шевченко, который грозит 6 лет за участие в оппозиционном движении. За Романа Удота, который так хорошо ловил фальсификаторов на выборах, что против него завели уголовное дело. Это митинг за Анну Павликову, которая отметила свое совершеннолетие в СИЗО за участие в выдуманном экстремистском сообществе. За Дмитрия Пчелинцева, которого обвиняют в терроризме за игру в страйкбол. Это митинг за аспиранта МГУ Азата Мифтахова, находящегося в СИЗО по выдуманным обвинениям. Это митинг за Виктора Филинкова, которого в лесу пытали сотрудники ФСБ, чтобы выбить признание. За Дениса Бахолдина, приговоренного к 3,5 годам за антивоенную деятельность и поддержку политзаключенных. Это митинг за справедливость и наше достоинство. Также, как мы защитили Ивана, нам доступно освободить всех жертв политических репрессий. Нужно только научиться бороться за справедливость, а не только за друзей. И я мечтаю, чтобы журналисты перестали зевотой реагировать на посадки простых граждан, а каждый раз били тревогу, когда сажают невиновных. Стыдно, имея рупор и общественное влияние, не использовать их так же, как в деле Голунова. Потому что умеренность в борьбе за справедливость – не добродетель. А ужас, происходящий вокруг, касается всех нас. Достаточно разучиться терпеть и оправдывать зло, и мы быстро обнаружим, что прекрасная Россия будущего гораздо ближе, чем нам казалось. До нее буквально подать рукой. Обязательно выходите 23 июня в 17:00 на проспект Сахарова. Пора вернуть Россию себе. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Вам государство вообще в принципе ничего не должно?
вам должны ваши родители. Государство их не просило вас рожать. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Вот это будет задник противополитический. Да, у нас заявки все есть, указаны. Что касается политических репрессий, у нас в законодательстве нет политических репрессий, поэтому это исключено, сразу могу сказать. Политических убирать против репрессий?